нашему Наполеоним Орион. Десантником экранов от десантных кораблей захвата планеты Туа, если тех плюс 50 был Ратти или Вичи, то у нас может быть D20. У нас стелс вроде есть, уже стелс, это только либо-либо. Но осталось есть, значит, мы можем свисок экран. Вот. Такая одна технология уже есть, например. Ну понятно, как оно будет работать, где, например, самому. По крайней мере, оно и есть. Титан. Можно еще титан, да, за линкор попробовать. Тут еще титан. Плэры. Это только для следить. Надо радиоактивный экран поставить. Пулезащитный. От бомбардировок на столицу. И тогда он уменьшает и радиацию, и там все. Это то же самое радиация. Контрабиция. Позитроники. Расщепление. Выходим на технологию. Автоулучшение корабля, ну это космобиткоин, наноработ. То есть его можно развить, но вообще, чтобы оно сработало, надо вообще чаще производить. Это не то, что если есть оно в исследованиях есть, а производство требует времени. Это что-то новое появилось. Ну, у нас это тяжелая броня, там X2, что-то тогда броня куча земли, даже это. Линкор, ну вот мы линкор это и... превращает их в планеты типа Эдем. Да то ли прямое преобразование, не понятно. Не прямое. Вот тут две верхи, одна выше другой. Ну это не...
сонный мир. А космический мир должен остановиться. Стоимость корабля минус 3. Что-то мы хотели. Дата длинная. Что? Значит, антиграва у нас есть все-таки. Понятно, может куда мне предлагают не отступать из системы корабля, мы весь бой лишали. Ведь это врата были. Да, ну да, круто, на секунду. Кажись, люди сюда. Со шпионами. Что так долго длится, что ты не помнишь? Что для чего? А вот варп, по-моему, конечно, да, но... Плюс 2, надо это еще один космопорт, который поставит нас. Космопорт уже. Вот, вот я еще и плюс 5 у всех помню. Повыше, а вот максимально, если не помню, то конечно вам шли. Находится в галактической экономике. Это очень далеко. Это плюс 5, ну и круто. Передовое градостроительство. Золотые дорожки. Или... Ну вот это есть ловушка какая-то, а это контрловушка, не мешало.